А что такая красивая, спасибо. Мамина. Привет, привет. Все хорошо, как ваше. Что теряется? Понял я, что теряется. Вот все. Ты понимаешь, вот как я понял, да я понял, теперь пишешь, что теряется. И я вот в голове думаю, что ты до этого писал, потом, ну, хотя тут капец. Настолько быстро листается. Знаешь что? Привет. У меня нет кошек. Привет, привет. Да говорю, кота покажи. Я говорю же тебе, нет у меня ни кошки, ни кота. Чем увлекаешься? Пожароспасательным видом спорта. И собак, и кошек. Будь моим нарядом, сладким шоколадом. Никого нет у меня, ни животных, никого. Роланд, я же говорю, никого нету. Что за глупые вопросы, я понять не могу. Я же сказала, блядь, никого у меня нету. Ни животного, ни кота, ни собаки, ни попугая, ни крысы. Зачем по 500 раз спрашивать тупые вопросы? Меня это вырубает аж. Или вам нравится немножко быть дурачком? Брови офигенные. Выдохни, да? Да просто такие дураки, блядь, сидят. Вам повезло то, что у меня хорошее настроение. Так бы я просто разнеслась к чертям собачьим. Серьезная дама. Их вильнихт. Ух, Штефан. Их или их? Ух, танцы. Их или их? Ух, Штефан. Их или их? Добрый день, Серик. Это на каком? Вот нам не знаю, на немецком. Вытащи на мой профиль и кроссовки, закинь в стирку. Постарался? Да. Кто кричит, это дети в коридоре бегают. Давай познакомимся. Давай знакомиться. Меня зовут Любовь. Тебя смотрю, Виталий. Очень приятно. Привет, привет. Детский сад. На игры стал на СНГ, когда при одном спорту ездил, нет. Кроссовки закинь. Ты куда их положил? Вот. А, ну все, постирай, 30 минут, поставь. 39? Нет. Да. А Хай, вы откуда? Со стены. Открой, вылей ее. Вытащи. Вытащи ее. Любовь, очень красивое имя, спасибо. Не знаю, почему там вода скапливается. Они всегда кричат. Но со временем, наверное, привыкаешь все-таки. Это общежитие, да. В Астане на Блайхана лежал. Что делаешь? Наливаю. Кого ты наливаешь? Это сюда? Это же мыло жидкое. Что ты лить собрался? Почему ты в Астане на Блайхана лежал? А, вот это же. Молодец, Асик. Молодец.
Половинка, да? В середину, да. В НИ, я знаю, знаю. Я тоже туда ходила. В НИ. МРТ делала. Живете? Нет, я в Астане. Переколола губы. Да вот тебя запросила, спросила забыть, так модератор. От полиции уезжали, в аварию попали. Кошмар. Да, Варен, спасибо. А что будет, если наоборот добавить? Не знаю.